По всей видимости, Кендалл Дженнер не относится к тем, кто страдает герпетофобией, боязнью змей. В минувший уикенд модель посетила террариум, где пообщалась с пресмыкающимися. На своей страничке в соцсети она опубликовала пару снимков. На одном из них она бесстрашно ходит со змеей желтого цвета, которая обвивает ей руку. На другом она сфотографировала пресмыкающуюся в его домике, на котором имеется надпись «Мой сыночек». Однако, судя по всему, одним лишь посещением террариума дело не ограничилось. Кендалл, по всей видимости, была настолько очарована знакомством с новыми друзьями, что решила прихватить одного из них к себе домой. При этом девушка явно привязалась к питомцу и не хочет отпускать его от себя ни на минуту, даже во время сна. У себя в Instagram Stories она поделилась видео. На нем она лежит на подушке, а на голове у нее уютно свернулся змееныш. Стоит отметить, что необычных домашних животных заводят не только зарубежные, но и отечественные звезды. Так, Василий Уткин обожает своего енота. Спортивный комментатор не стал особо заморачиваться с кличкой для питомца и назвал его просто енот. У актрисы Анастасии Мельниковой живет мини-пик Вильгельм, у Нади Ручки – кролик по имени Мотя, а у Аниты Цой – две шиншиллы Шилы и Эмилька.